Во время же праздника дня рождения Ирод и Родиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Страшная трагедия случилась. Дни рождения-то ведь справляют, поздравляем с днем рождения, и нам не запрещается. Но и ангел Таус говорит, печальные памяти исполнения дня рождения. Поэтому, если желаете подарки сделать на день рождения, на день раньше или на день позже, никак, чтобы не было связано. Прямо прямое предупреждение, не праздновать, а сходи в храм, обязательно помолись канону ангелу-хранителю, возблагодари его, что он тебя хранил. Заслуги-то наши никакой в этом нет, год прогрешили. Ты еще и праздновать садимся, и маленьких детей учат этому. А вот она плясала. Так пляшут везде. А Иоанн Златоуст подробно говорит о ее бесстыдстве. Царская дочь. А остальные это все ниже, князья, вельможи. Зачем ей это нужно было? И в пьяном хмелю поклялся отдать полцарства. Иоанн Златоуст умел смеяться, он не старообрядец был. У него много юмора было. Он говорит, молись, Ирод, чтобы она не соскочила, второй раз не начала плясать. Вторую половину царства, то опять бросишь, ты пойдешь нищий отсюда. Наше уметь надо еще и с юмором сказать. И голова пророка оказалась на том блюде, где недавно было мясо. А вот а как относиться к пляске, к танцам? Детей отдают в балетные школы, учат разные фитнесы, развивает фигуру, ей это помогает жить, продвигаться. Как мы должны относиться? Я читал статье, она у меня напечатана, называется «Утонченный разврат». Но не все так просто. Оказывается, что за пляска? Какие там телодвижения, какая музыка, и это тоже надо знать. А раз не знаешь, лучше никак. Вот тогда никак не ошибешься. В Судей 21:21. Так что не хватило невест в одном колене и сказали, смотрите, когда выйдут девицы силамские плясать в хороводе, тогда выйдите из виноградников и схватите каждый себе девицу в жену. Вот пляска довела до чего? Ну, тут кончилось благополучно. Сердце сослюбится, а какой он был без руки, без ноги, без глаза. Главное, схватил, утащил, все. Теперь опять прошел срок, колено восстановилось. Бытие, 40 глава, 20 стих. На третий день рождения фараона случилось то, что один потерял голову и прочее. Опять кто празднует? Фараон. Здесь празднует Ирод, неверующий. Экклесиаста 7.1. День смерти лучше дня рождения. Вот мы отмечаем завтра, будет 3 сентября по старому, по-моему, 16, память святого священномученика Анфима Никомедийского. Это день смерти его. Вот в этот день завтра запылал его храм. И он умер там. А когда он родился, вообще дата отмечается день смерти лучше дня рождения. Вот часто надо повторять. Поздравляю, объявили приговор, завтра меня казнят, радуйтесь все, завтра закончится мой жизненный путь. Вот тут надо поздравлять и радоваться. Ведь мы фактически-то это же самое и делаем. Иезекииля 16.5. Он говорит, ничей глаз не жалился над тобой в день рождения твоего. Это широкий диапазон толкования. Вот если бы правильно мы понимали в духовном плане, день рождения, ничей глаз не сжалился, а как сказать, а чего ты празднуешь? А по какой причине? А какая твоя заслуга? Хоть один бы сжалился и на день рождения высказал правду, тебе плакать надо в этот день, год прошел. И ты никак Богу не угодил, не благовествовал, не жил по Евангелию. Это она же говорит, ты ничей, говорит, глаз над тобой не сжалился. Вторая Маковейская 6.7. Из принуждения в день рождения царя на идольские жертвы побуждали. Третий раз нашли. Справляют
Все время неверующие, а верующих подбивает в этот день на грех. Сирах 24:18. Среди вельмож не сотвори глупость, чтобы тебе не проклясть дня рождения своего. Глубокий смысл. Перед вельможами, перед знатными надо вести себя очень осторожно. А такое бывает: о, зачем я родился, попал, зачем меня мать родила? Вот этих слов не надо говорить. А ты веди себя благоразумно и молчи. Вторая книга, Цар 6:21. Новые секты, неопятидесятнические, они ведут служение с танцами, пляшут. С Библией в руках, подпрыгивают, и нас, говорит, весело. И ссылается на этот стих. Давид говорит: перед Господом играть и плясать буду. Мы на это говорим: он плясал где? Перед ковчегом. Где ваш ковчег? Покажите. Он переносил его. Ну, покажите, где вы переносите. Ничего этого нет. Но в Эфиопской церкви до сегодняшнего дня сохранилось вот это отношение к святыне с танцами. И входило это в литургийное служение, танец епископов. Нам настолько это странно. Вообрази, вышли бы сейчас епископы, священники, и стали бы здесь в храме плясать. А ведь это реальность, так и было. Конечно, это африканские народы, понятно, какое у них отношение, там барабанный бой и прочее. Святые отцы усмотрели в этом, что пляска ни в каком виде христианам не принадлежит. И поэтому детей своих никуда не надо отдавать ни в какие школы. А приучите их к благоговению, даже чтобы на крыльце здесь не играли. В храме вели себя спокойно, поставили вместе ноги, стояли, не играли ногами. Ефесяк 8:4. Время смеяться и время плакать, и время плясать. Значит, всему свое время. Матфея 11:17. Христос говорит о какой-то игре. Там дети говорят: мы играли вам на свирели, а вы не плясали. То есть в евреях пляска была обычная у детей. Такая была игра. Книга Левит 19:11. Хочу поговорить о угождении. Она угодила Ироду. Как мы должны угождать или не угождать кому-то? Вот вопрос задай, и не каждый ответит. А чего угождать? Мы должны только Богу угождать. А вот и не так. Не угождай лицу великого. По правде суди ближнего своего. Речь шла о судьям. То есть ты должен беспристрастно смотреть. Он не нарушил слово свое, выговори, кто бы он ни был. Числа 31:16. Отступление. Отступили от Господа в угождение фигуру, то есть идолам. Никому не надо угождать. Пришло время молиться, мы пришли. Пришло время склонить колени, мы склонили. На людях соверши крестное знание, никому не угождай. Исаия 58:13. Не угождай своей прихоти и пустословию. Вот много любят разговаривать, совершенно пустое, непрерывно стрекочет. Детей время от времени надо удерживать от много глаголов, и притом пустяки говорят. И прихоти. Что захотел, захотел, ему тут же все дают. Матфея 22:16. Подошли к Господу и говорят: ты не заботишься об угождении кому-либо. То есть Господь никому не угождал, а заботился, как угодить Отцу Небесному. Деяние 25:9. Фест, желая угодить иудеям, сказал: хочешь ли идти в Иерусалим? Выходит и начальствующий, желает угодить нечестивым людям и погубить благочестивого. Римлянам 15:1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Вот тут уже понятнее для нас. Не себе угождать. Я и хочу, а другому это не полезно будет. Второе. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Значит, каждый, угождай внучку своему, во благо к назиданию, к научению. Во благо. А благо
небесное, конечно, не земное. Я говорю, что самое опасное для маленьких – это бабы, бабки. Они во всем угождают, все потворствует им. Надо во благо угождать. Третье. Ибо и Христос не себе угождал. Третий. 1 Коринфянам 10:33. Я угождаю вам во всем, ища не своей пользы, но пользы ближнего. Надо научиться, оказывается, и угождать. Вообще, что-то человеку надо. Рассуди, полезно ему или нет. Галатам 1.10. Апостол Павел говорит, людям ли я угождать стараюсь? Если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Значит, совместить одно с другим просто невозможно. Угождать, в первую очередь, священник угождает епископу. Кому бы что ни сказал, а вот епископ пусть скажет, правильно крестить буду. Кому бы наши не обратились, ответ один. Ну же епископ выносил несколько раз решение, вы же его не слушаетесь, это обман. Никому не угождай, тебе пришло постановление беззаконное, ты скажи, Бога следует кушать больше, чем человека. Галатам 5.13. Только свобода наша не была поводом к угождению плоти. А в плоти-то угождать, это так вот, лишнее поесть, лишнее поспать, отдохнуть, лишнее поговорить. Надо вовремя ставить везде препоны. Колоссянам 1.10. Во всем угождайте Ему, Богу. 1 Фессалоникийцам 5.14. Говорящий, угождай не человеком, а Богу. И 1 Фессалоникийцам 2.15. Иудеи Богу не угождают. Могут ли сказать так, что наше поселение потеряется, собрало таких людей, которые угождают Богу во всем? А если друг другу где-то угождают, то только во благо. Если человек тебя зовет на рыбалку, а там ты знаешь выпить, это не во благо тебе. Дни рождения справлять. Я прошу всех к сухому закону постоянно. Дома никаких бражек, ни одного грамма алкоголя не было. Не пожалеете. Дети это видят, и вам не удержать их. 1 Фессалоникийцам 2.15. И Титу 2.9. Рабов прошу и увещеваю угождать господам во всем. Приучайте учеников, чтобы они слушались учителей. Слушались старших, угождали. Не только через дорогу провести, они спрашивали, чем помочь. Вот мне на днях мы копали картошку, подошли две девочки, я не знаю, родители поставили или кто. Одна, я к обоим одинаково отношусь, тем более они мне родственники. Одна работает как взрослая, другая ничего не хочет делать, стоит только перебирает в руках травинку какую-то. Хорошо, что пришла, я увидел. 3-4 замечания сделал. Ничего не могу сделать. Это ладно, не работать. Дал травы, пусек, все ее перебирай. В мыслях она стояла. Дальше она знает, что я уже включу другие правила. Теперь как, кормить ее или не кормить? Думаю, и так хорошо, и так. Все-таки лучше накормить. Они сами попросились, а можно к вам в лагерь. Знают, что хорошо кормят. А тут я еще раз сказал. А старший говорит, ты родителям еще скажи. Она не угождает никому, младшая. И вам нужно заняться этим. Если ребенок не научится работать, он потерян для вас. Притом это будет тягость всем, и государству, это тягость ребенок растет родителям, обществу. Титу 2.9, Сирах 21.28. Угождающий вельможам получит помилование в случае неправды. Когда ты в хороших отношениях с начальствующим, нигде не споришь, у тебя будет по-другому. Я читал биографии людей, которые сидели в лагерях одновременно со мною. И я с ними встретился. Я говорю, сколько ты сидел? Он говорит, 2 года освободили. А сколько был на Голтвахте там или где наказывают? В карцере. 1 год. Половина срока, а другой почти весь срок. А третьего узнали, убили там. А почему так? Ну, а я был против никак. А ты как? Я нигде не был против. Что бы ни сказали, я делаю, потому что душу мою не трогали.
А почему я должен быть против? Меня уже наказали, теперь моя задача только исправляться. По-моему, там не будет, никак. Сираха 36.3. Благоугождающий Господу уклоняется от неправды. Чтобы узнать, угождающий ли Богу, уклоняющийся от неправды, с этого начни. И ты должен определять неправду в разговоре, когда неправильно дают толкование Писания, о ком-то судят. И сразу видно, что ты благоугождаешь Господу. Итак, с этого печального примера дочери Иродиады мы можем многому научиться. Вести себя скромно и своих детей, особенно девочек, научите. В присутствии старших пример это как у мусульман. Она опустила глаза и прямо на господина не взглянет, со старшим. Держит мать всех пороков. И поэтому угождающий Богу и детей своих воспитает скромности, смирение, угодное Господу. Я думаю, что мать Анфима Никомедийского воспитывала его во всей строгости, приучала служить Богу, угождать только Богу. И он, думаю так, воспитал свою пасху. Притом каждого. И никто не отступил, и все зашли на небо. Какие они блаженные. Да будем мы там же, где Анфим Никомедийский. Аминь.